2017 казахстанские полицейские объявили годом кадрового резерва. Акцент стражи порядка делают на профориентационную работу среди студентов и школьников. В Петропавловске на такую встречу пришли более 700 выпускников учебных заведений города. Подробнее в следующем сюжете. Впервые в этой встрече приняли участие представители из Алматинской и Костанайской академии МВД Казахстана. Ребятам рассказали о правилах поступления и плюсах учебы в таких образовательных заведениях. Показали видеоролики с презентацией вузов. В Костанайском вузе готовят инспекторов и сотрудников дорожно-патрульной полиции. В южной столице – специалистов по оперативно-розыскным работам, информационным системам, электронике и радиотехнике. У ребят есть возможность выбора и поступить не только по специальности оперативно-розыскная деятельность, но и те, кто более склонен к точным техническим наукам, они могут поступить именно по специальности информационной системы. Я хочу сказать, что наше учебное заведение старается принимать все передовые методы, технологии. Дмитрий Быков учится в машиностроительном колледже, но свою жизнь хочет связать со службой в правоохранительных органах. Я хочу поступить в Алматинскую академию МВД, так как эта профессия очень для меня значима. Я хочу, чтобы город чувствовал себя защищенным, люди не боялись выходить на улицу. Надеюсь, у меня это получится. Также сотрудники Департамента внутренних дел организовали выставку техники. Здесь собраны самые различные виды машин, от простых до специализированных. Все это выпускники могли увидеть своими глазами и потрогать руками. Илья Кудряков, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.